Одинцовские единороссы в рамках реализации проектов «Культура малой родины» и «Историческая память» приняли участие в церемонии закрытия первого документального кинофестиваля «День Победы». Кинофестиваль был организован Союзом кинематографистов Московской области. В нем приняли участие фильмы, основанные на документальной хронике и реконструкции тем, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны, с судьбами людей, которых она непосредственно коснулась. «Уверен, что суть всех представленных сюжетов бесценна», отметил руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев.